Денис, первый мяч за первую команду. Поделись эмоциями. Эмоции отличные, просто очень приятно забивать еще дома при своих болельщиках. Почувствовал эти эмоции от болельщиков. Все круто. Почувствовал какую-то особенную специфику именно кубковой игры? Честно, нет разницы. Всегда надо выходить, выигрывать. Не делю матчи кубковые, не кубковые. Всегда надо доказывать и побеждать. Что произошло во втором тайме? Это была игра по счету или просто интенсивность упала из-за напряженного графика, возможно? Не понимаю, но отдали инициативу сопернику, хотя надо было еще дожимать, забивать третий, не давать сопернику почувствовать уверенность. Все.